Комфортная городская среда – формулировка, которая впервые прозвучала в 2017-м. Федеральная программа, чтобы сделать наши с вами дворы и общественные пространства удобными для нас с вами, а не только для работников ЖКХ. Ленинградская область к этому проекту подключилась сразу, и вот 2020-й стал по-настоящему результативным. Сразу несколько проектов из 47-го региона стали лучшими в стране в области уличного комфорта. Гатчине повезло, району Аэродром вдвойне. Вот этот скейт-парк – это часть проекта, который так понравился Минстрою. Его концепцию разработали в Петербургском архитектурно-строительном университете. А заявку на конкурс в Москву подготовил Центр компетенций по развитию городской среды Ленобласти. Был огромный пустырь в малоприятном месте между железной дорогой и рынком, а стал большой скейт-парк. Но даже если вы не райдер, потерпите до зимы. И для вас построят. Планы грандиозные. Весь участок – это порядка 22 гектар проектирования. Реализация 2020-2021 год. И в него будут входить различные зоны для, скажем так, использования различными слоями населения с учетом всех интересов. Это и детские зоны, и спортивные, и роллер-дром, велодорожки, пешеходные, огромное количество пешеходных дорожек. Был проект, Минстрой отметил и выделил 90 миллионов. Отсюда качество и внимание к деталям. Вот тут асфальт выглядит как полимер. Специальный состав, чтобы кататься удобнее, а еще и долговечный. Или вот чаши для экстремалов. Тоже все в деталях. Здесь использована специальная дренажная система, которая даже в случае сильнейшего ливня все вберет в себя. И ребята сразу могут выйти кататься после дождя, если они хотят. То есть хотите сказать, что эта чаша водой не заполнится? Эта чаша не превращается в бассейн, здесь нельзя купаться, да, совершенно верно. Вот через это отверстие вода уйдет? Да, 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 специально рассчитана система на то, чтобы никаких осадков здесь не оставалось. Все уклоны тоже специально рассчитаны под это. Гарантию какую даете? 5 лет. Спроектировать сразу 22 гектара комфорта в 2017-м, когда начинали, даже думать не могли. Тогда программа только стартовала, и все было местечковое, что ли. Ну и шло со скрипом. Что скрывать? Одним из первых в Ленинградской области населенных пунктов, который принял участие в проекте «Комфортная городская среда» 3 года назад, стал Всеволожск. Ну и конкретно вот этот двор на улице Ленинградской. Тогда здесь положили тротуарную плитку, поменяли урны, скамейки, а еще установили новый красивый игровой комплекс. Но еще тогда, 3 года назад, с ним уже возникли проблемы. У нас есть архивное видео. Ставили в зиму, но это ладно. Горка для малышей, скатиться с которой невозможно. Больше 10 сантиметров вверх выступ. Так не должно быть. Вот она не может даже сесть и скатиться с горки нормально, да? Вот как ты будешь дальше? Подпрыгивай. Вот, ехать. Все, вот неудобно нам. Как производитель такое сделал? Мы тогда подняли шум, городские власти приехали, производитель пилил. Ну толку? Да, стало меньше, но все равно не скатиться. Привыкайте к комфорту с детства. В 2020-м мы вернулись на это место. Вот эта горка, как вырезали 3 года назад, так все и осталось. Ну и разница высот, она тоже по-прежнему на месте. Но, судя по потертостям, по трещинам, как-то дети этой горкой все-таки пользуются. Но при нас, надо сказать, ни одного ребенка на ней замечено не было. Площадка в целом, если честно, за эти 3 года поизносилась. Кто-то даже вместо сидений на качели приколотил деревяшку. Родители, думаю. Жители и тогда не спросили, что они хотят здесь видеть, и сейчас явно не спрашивают, чем вам там помочь. Изначально действия по формированию комфортной городской среды носили локальный характер, когда рассматривались небольшие объекты по благоустройству. Сегодня важно внедрять стратегический подход и рассматривать населенные пункты в целом, выявлять каркас общественных пространств, зеленый каркас городов, который напрямую влияет на экологию, на самочувствие жителей. Хорошим примером по комплексному благоустройству устройство и работы с населенным пунктом в целом является поселок Виллази в Ломоносовском районе Ленинградской области, где мы подготовили проект комплексного благоустройства для всего поселка, рассчитанный на несколько лет. Виллази действительно красиво. Красивее, чем на площадке во Всеволожске. Подход местечковости меняется на подход комплексности. Именно так сейчас, в сентябре, 5 проектов региона по созданию комфортной среды одолели соперников со всей страны.
5 городов у нас победили благодаря комплексному подходу к подготовке к заявок. Соответственно, в них участвовали и жители, и бизнес, и экспертное сообщество, и центры компетенций. Маленькие города, такие как Сестроновая, Ладога, Ивангород, показали невероятное вовлечение жителей и доказали экспертному жюри, что именно наши города достойны того, чтобы гранты были выделены именно им. То, что наконец возьмутся за Ивангород, мне, признаться, приятнее всего. Он наравне со Светогорском – лицо наших границ. И не только региональных, но и всей страны. Ивангород, по подсчетам местных, так серьезно, как сейчас планируется, не ремонтировался почти 70 лет. Главное, чтобы и тут мнение этих самых местных учли. Ведь знания, помноженные на желания жителей, вот чем уравняется комфортная среда.